эти персонажи сейчас сыграют перед вами трагедию об Антигоне. Антигона! Маленькая худышка, что сидит там, уставившись в одну точку и молчит. Она думает. Она думает, что сейчас станет Антигоной, что из худой, смуглой и замкнутой девушки, которую никто в семье не принимал всерьез, внезапно превратится в героиню и выступит одна против целого мира, против царя Криона. Хотя молода и очень хотела бы жить. Но ничего не поделаешь. Ее зовут Антигоной. И ей придется сыграть свою роль до конца. С той минуты, как поднялся занавес, она чувствует, как с головокружительной быстротой удаляется от своей сестры и смены, которая смеется и болтает с молодым человеком. Она чувствует, как удаляется от всех вас, спокойно глядящих на нее. Вы ведь не умрете сегодня вечером. Юноша, беседующий с белокурой красавицей, Гемон, сын Криона, он жених Антигоны, все влекло его к Исмене. Но однажды вечером на балу, где он танцевал только с Исменой, он отыскал Антигону, мечтавшую, сидя в уголке, и попросил ее стать его женой. Почему? Этого никто никогда не мог понять. Антигону это не удивило. Она подняла на него свои серьезные глаза и, грустно улыбнувшись, дала свое согласие. Он не знал, что на свете никогда не будет мужа Антигоны, и что этот высокий титул давал ему лишь право на смерть. Крепкий, седой мужчина, о чем-то размышляющий. Это Крион. Он царь! Лицо его в морщинах. Он утомлен. Ему выпала нелегкая роль управлять людьми. Раньше, во времена Эдипа, когда он был всего лишь первым вельможей при дворе, он любил музыку, любил бродить по антикварным лавочкам в Фивах. Но Эдип и его сыновья умерли. Крион бросил свои книги и безделушки, засучил рукава и стал на их место. Иной раз вечером он чувствует усталость и спрашивает себя: не бесполезно ли это занятие управлять людьми? Но утром перед ним возникают вопросы, которые требуют срочного решения, и он встает спокойный, как рабочий на пороге трудового дня. Крион одинок. Он одинок рядом со своим юным прислужником, слишком мало и тоже ничем не может ему помочь. Тот бледный юноша, что стоит в одиночестве, вестник. Это он явится с сообщением о смерти Гемона Антигона.
Наконец, краснорожий мужчина — это стража. Он слуга правосудия, и его ни в чем не упрекнешь, и он всегда доволен собой. Сейчас он служит Криону до тех пор, пока новый владыка Фиф не прикажет арестовать и его. Этиокл и Полиник вступили в борьбу за власть и убили друг друга. Крион, новый царь, повелел старшего брата Этиокла похоронить торжественно, с почестями, а тело Полиника, этого бунтовщика, бродяги, бездельника, неоплаканное и непохороненное, оставить на растерзание воронам и шакалам. Всякий, кто осмелится предать его земле, будет безжалостно осужден на смерть. Сначала все кругом серое,
нужно вставать пораньше, чтобы увидеть мир без красок. Сад еще спал. Я застала его врасплох. Он и не подозревал, что я любуюсь им. Как красив сад, когда он еще не думает о людях. Поля были мокрые от росы и чего-то ожидали. Все кругом чего-то ожидало. Я шла одна по дороге, и звук моих шагов гулко отдавался в тишине. И мне было неловко, ведь я знала, что ждут меня. Когда я проскользнула в поле, так что оно меня и не заметило. Если каждое утро вставать так рано, наверное, всегда будет так же приятно выйти первой в поле. Это чудесно. Сегодня я первая увидела, как настал день. Ты уже встала? Я заходила в твою комнату. Да. Я уже поднялась. Ты больна? Нет. Лишь немного устала. Это потому, что я рано как следует выспаться. А то завтра ты не будешь такой же красивой. Не смейся надо мной. Я не смеюсь над тобой. Сегодня твоя красота придает мне сил. Ты помнишь, какой несчастной я чувствовала себя в детстве? Я старалась измазать тебя грязью, засовывала за шиворот гусениц. Однажды я привязала тебя к дереву и отрезала твои волосы. Твои прекрасные волосы и смена. Ну разве можно думать о ерунде, когда у тебя такие волосы, так аккуратно причесаны? Знаешь, Антигон, я все обдумала. Да. Ты сошла с ума. Да. Пойми, мы не можем. Почему? Вот велит нас казнить. Конечно. Он должен осудить нас на смерть, а мы похоронить брата. Так уж все устроено. Что ж тут можно поделать? Слушай меня. Я старше тебя. Я всегда поступаю разумнее. Он царь, он обязан подавать нам пример. Но я не царь, я не обязан подавать пример. Тогда попробуй хотя бы понять. Понять? Только это я и слышу от вас с тех пор, как себя помню. Я должна была понять, что нельзя прикасаться к воде, к этой прекрасной холодной воде, потому что она может пролиться на пол, что я не должна прикасаться к земле, потому что она может выпачкать платье. Я должна была понять, что не могу отдать нищему, которого я встретила на дороге, все, что есть у меня в карманах, что я не могу бежать на перегонки с ветром, бежать, пока не упаду, что я не могу купаться рано утром или поздно вечером, как раз тогда, когда хочется. Понимать, всегда понимать. А я не хочу понимать!
измена. Если я когда-нибудь состарюсь. Но не теперь. Он сильнее нас, Антигона. Он царь. И все в городе думают так же, как он. А их тысячи. Много тысяч. Они кишат на улицах Фиф. Я не слушаю тебя. Нас схватят тысячи рук. Тысячеликая толпа будет сверлить нас взглядом. Нам будут плевать в лицо. Ничего.
Гончарова Антигона. Так вот, сначала о вчерашнем. Ты сейчас спросил, почему я пришла в платье смены, надушенная, с накрашенными губами. Я была глупой и была не очень уверена, что ты действительно хочешь меня, и поэтому я нарядилась, чтобы быть похожей на других девушек и зажечь в тебе желание. Неужели? Да. А
ты стала смеяться надо мной. Мы повздорили, я не смогла побороть свой скверный характер и убежала. Но я приходила для того, чтобы стать твоей. Чтобы уже стать твоей женой. Гимон! Ты поклялся не спрашивать, почему ты поклялся мне, Гимон? И все-таки я скажу. Я хотела стать твоей женой, несмотря ни на что. Потому что люблю тебя. Очень люблю. И потому что... Прости меня, милый, если я причиняю тебе боль. Потому что я никогда, никогда не смогу стать твоей женой. Гимон! Гимон, ты поклялся! Уходи! Уходи немедленно! Гимон! Я клянусь тебе, клянусь нашим мальчиком, о котором мы мечтали, и которого у нас никогда не будет. Завтра ты все узнаешь, Гимон, а теперь уходи! Уходи! Это все, что ты еще можешь сделать, если Антигона.
события будут разворачиваться сами собой. Этим и хороша трагедия. Стоит дать лишь небольшой толчок, чтобы пустить в ход весь механизм. Смерть, предательство, отчаяние уже здесь, наготове. И взрывы, и молнии, и безмолвие. Все виды безмолвия. Безмолвие конца, когда рука палача уже занесена. Безмолвие начала, когда обнаженные любовники впервые не смея пошевелиться, лежат в темной комнате. Безмолвие, которое обрывает крики толпы, окружающей победителя. Остается только кричать, не стонать, а вопить во всю глотку то, что хотел сказать, что прежде не было сказано, и что, возможно, даже и не знаешь. А зачем? Чтобы рассказать об этом самому себе, чтобы узнать об этом самому. Борьба, которая никогда не увенчается успехом, удел царей. Ну вот, началось. Маленькую Антигону схватили. Маленькая Антигона впервые может быть сама собой. Не трогайте меня своими грязными ручищами. Мне больно. Могли бы быть повежливее. Я вот за вежлив. Я дочь Эдипа, Антигона. Я никуда не убегу. Дочь Эдипа? Как же? Шлюхи, которых ловит ночной патруль, тоже выдают тебя за подружек префект полиции. Я согласна умереть, лишь бы вы не прикасались ко мне. Но ты же не боялась прикасаться к трупу? Ты не боялась рыть землю руками? Точно гиена. Схватил тебя, ты отбивалась, как сумасшедшая. Чуть глаза мне не выцарапала. Что это значит? Отпусти девушку! Я из караула, начальник! Кто же охраняет тело? Я сменил караул, начальник! Я велел отослать их назад! Велел никому ничего не говорить! Я никому ничего не говорил, начальник! Просто привел их к вам! Дурачье! Где он тебя задержал? У трупа, начальник! Что же ты делал у тела своего брата? Я запретил к нему приближаться. Что она делала? Она рыла землю руками! Это правда? Да, правда. Я стряхнул с трупа землю, как было приказано. Затем сменил караул, никому ни о чем ни слова. Затем привел ее к вам. Вот и все, начальник. А в прошлый раз тоже была ты? Да. Я. У меня была маленькая железная лопатка, которой мы топали песок, когда строили замки на морском берегу. Это была как раз лопатка Полиника. Он вырезал ножом свое имя на ручке. Именно поэтому я оставила ее возле тела. Но он забрал ее. И поэтому тогда, во второй раз, мне пришлось рыть землю руками. Оставь нас. Почему ты пыталась похоронить брата? Это мой долг. Но ведь я запретил. И все-таки я должна была это сделать. Тени непогребенных вечно блуждают. Нигде не находят покоя.
Он был будто бунтовщик и предатель. Ты это знала? Он был мой брат. Ты знала, какая участь ждет каждого, кем бы он ни был, если он осмелится воздать телу пленника погребальные почести? Да, знала. Ты думала, раз ты дочь Эдипа, дочь гордого царя Эдипа, то для тебя закон не писан? Нет, я этого не думала. Гордыня Эдипа. В тебе, говорит, гордыня Эдипа. Вот теперь я ее вижу в глубине твоих глаз. Да, тебе действительно хотелось, чтобы я тебя казнил. Это казалось тебе естественной развязкой. Гордячка. Простые человеческие чувства в вашей семье не приняты. Они вас стесняют. Вам обязательно нужно вступать в единоборство с судьбой и смертью, но ныне Фива имеет право на царя, чьим не прославится в истории. Меня, слава богу, зовут просто Крион. Антигона! Эта дверь ведет не в твою комнату. Куда ты идешь? Вы прекрасно знаете, куда. Ты хочешь повторить свой нелепый поступок? Но у тела пленника уже стоит стража. И даже если тебе удастся засыпать труп землей, его опять откопают, и ты это понимаешь. Что ты можешь сделать? Обломаешь себе ногти и дашь сейчас снова схватить? Да! Ничего больше я знаю. Но это, по крайней мере, в моих силах. А делать нужно то, что в твоих силах. Значит, тебе захотелось умереть? Ты сейчас похожа на пойманного зверька. Не нужно меня жалеть. Поступайте, как я. Делайте, что должны. Все-таки человек, делайте это поскорее, ведь правда, не навек же хватит моего мужества. Я хочу спасти тебя, Антигона! Вы царь, вы всесильны, но вы не можете ни спасти меня, ни принудить. Единственное, что вы можете, это приказать меня казнить. Если я был тираном, тебе бы давно бы вырвали язык. Тело твое истерзали бы раскаленными клещами или бросили в каменный мешок. Я позволяю тебе говорить, вместо чтобы позвать солдат. Вот ты издеваешься надо мной. Чего ты добиваешься, маленькая фурия? Простите меня, мне больно! Нет! Тут я сильнее тебя и тоже пользуюсь этим. Может, с этого и следовало начать. Просто-напросто вывернуть тебе руку или отыскать за волосы, как нашалившую девчонку. Теперь вы жали слишком сильно. Мне даже не больно, я перестала чувствовать руку. Я не могу допустить, чтобы ты стала жертвой политических неурядиц. Окна. Это гнусно, это глупо, чудовищно глупо. Тебе-то я могу признаться. Но необходимо, чтобы Фивы надышались этим воздухом. Ты думаешь, я не похоронил бы твоего брата, если заботился только о гигиене? Все уразумели, трупный запах по меньшей мере месяц будет отравлять городской воздух.
Этого требует мое ремесло. Зачем же вы за него взялись? Нужно было отказаться. Я мог это сделать. Но я вдруг почувствовал себя рабочим, увиливающим от работы. Я решил, что это нечестно, и сказал «да». Тем хуже для вас. Они только возвращались. Были
очень бледен. Он бросил мне, вот как ты здесь, и подарил большой бумажный цветок. Он принес его оттуда, где провел ночь. Я, кстати, был при этом. Твой отец отказался платить за него крупный проигрыш. А тот побледнел, замахнулся и грубо выругался. И этот скот со всего размаху ударил своего отца прямо в лицо. Правда? Ты иди повылежал и смотреть. Из носа у него текла кровь, а этот скот закуривал сигарету и насмешливо улыбался. Правда? Вчера я видел суть пышной похоти на эти окна. Эти окна. Теперь во имя Филипп, он святой. Но сейчас я скажу тебе нечто ужасное. Нечто известно ни о кому. Эти окна, этот стол добродетели, было нисколько не лучше бойника. Но обстоятельства заставили меня провозгласить одного из них героев. Братья пронзили друг друга мечами, а потом пронеслась аргелианская конница. Их тела превратились в кровавое месиво. Антилопа. Их нельзя было узнать. Я велел понять одно тело. Меньше безобразия, чтобы устроить ему торжественные похороны. А другое приказал валяться там. И я даже не знаю, кого мы из них похоронили. И клянусь, мне это совершенно безразлично! Чего вы рассказали мне это? Разве было бы лучше, если бы ты умерла из-за этой жалкой истории? Может быть, и лучше. Раньше я верила. Что же ты теперь будешь делать? Одна. Повидайся утром с Димоном, поскорее выходи за него замуж, поверь. Наши с тобой разговоры лишь пустая болтовня, ведь ты владеешь таким ценным сокровищем, жизнью. Yeah.
Все это неправда. Правда только то, о чем не говорят. Ты будешь еще больше презирать меня, но когда-нибудь ты поймешь, что жизнь, вероятно, все-таки... счастье. Скверную минуту, ну же, кухарь, ведь это необходимо!
нее было сказать «нет» и умереть. Отец, Гемон, я испробовал все, чтобы спасти ее, Гемон. Я испробовал все, клянусь тебе. Она не любит тебя. Она могла бы жить, но она выбрала безумие и смерть. Но, отец, ты же слышишь, они увозят ее. Не дай увести ее, отец. Толпа беснуется вокруг дворца. Я вынужден ее казнить. Нельзя ли что-то сделать? Сказать, что она лишит рассудка или писать ее в тюрьму? Теперь она заговорила. Я не могу. Но что толпа, отец? Ведь ты властелин. Я властелин, пока не издал закон. А потом... Нет. Неужели ты думаешь, что я смогу жить без нее? Неужели ты думаешь, что я смогу смириться с этой вашей жизнью? Жить без нее среди вашей болтовни, суеты, ничтожества? Тебе нужно примириться с этим, Гемон. Посмотри на меня. Это и значит стать мужчиной. Взглянуть однажды в лицо своему отцу. Антигона! Антигона! Крион, он выбежал как безумный. Бедный мальчик. Он ее любит. Надо что-то сделать. Я уже ничего не могу. Он выбежал смертельно ранен. Да. Мы все смертельно ранены. Я был сержантом и остался на сверхсрочной.
девушкой? Чтобы стать стражником, нужно быть сержантом? Вообще-то да. Но когда становишься стражником, теряешь чин сержанта, поэтому новобранцы могут нам не козырять. Но стоит заметить, что они все-таки козыряют. Они знают, что стражник — это не низший чин. А платят, что нам в спецкоманде одинаково. Жалование сержанта. Но у стражника есть другие выгоды. Квартира, отопление, пенсия, наградные. В общем, если у стражника есть жена и дети, ему живется куда лучше, чем сержанту-ветровику. Послушай. Да? Какую смерть они выбрали для меня? Не знаю. Говорят, что вашей крови нельзя сквернять город, поэтому вас замуруют. Заживо? Да. В пещере Гадоса у городских ворот, где самый солнцепёк. Говорили, что отправят солдат, но по последним слухам опять отправят стражников. Мол, они все вытерпят. Неудивительно, что некоторые стражники завидуют сержантам-кадровикам. Животные! Что? Мы животные! Животные приезжались бы друг к другу, чтобы согреться. А я совсем одна. Ой, это другое дело. Если вам что-нибудь нужно, я могу позвать слуг. Нет. Только я хочу, чтобы после моей смерти ты передал письмо одному человеку. Оно золотое? Да, золотое. Я могу написать в дневнике то, что вы продиктуете, затем вырвать листок. Если написано моим почерком, то можно. Твоим почерком. Как это все безобразно. Как это все безобразно! Ну знаете, если вы не хотите! Хорошо! Бери перстень, не пиши! Пиши. Любимый мой. Это вашему дружку? Любимый мой, я решила умереть. И ты, быть может, перестанешь любить меня. Крион был прав. Как это все безобразно. Сейчас, рядом с этим человеком, я не знаю даже, за что я умираю. Мне страшно! Подождите, не торопитесь! Как я должен успеть все это записать? Мне на это нужно время! Где ты остановился? Сейчас рядом с этим человеком... Я не знаю даже, за что я умираю. А никогда не знаешь, за что приходится умирать. Мне страшно! Мне страшно... Нет! Вычеркни все, что написал! Пусть лучше никто никогда не узнает. Напиши только «прости». То есть конец вычеркнуть, вместо него написать «прости». Да. Прости, любимый. Прости, любимый. Без маленькой Антигоны вам всем было бы куда спокойнее. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Все? Да, все. Ну и кому же его передать? Ну-ну! Без разговорчиков!
Теперь для Антигоны все кончено. Настала очередь Криона. Им всем суждено пройти этот путь. Я принес ужасную весть. Антигону только что бросили в пещеру. Не успели еще привалить последние камни, как вдруг Докрион и все, кто находился рядом с ним, донесли жалобные крики. Все умолкли и стали прислушиваться, потому что то не был голос Антигоны. Вновь жалобный крик донесся из глубины могилы. Все посмотрели на Криона. Он обо всем догадался первым. Он уже все знал раньше других и закричал, как безумный: «Прочь, камни, прочь!» Рабы кинулись оттаскивать камни, а вместе с ними царь, весь в поту, руки разодраны в кровь. Наконец камни сдвинуты. Один из них, самый маленький, упал в глубину могилы. А там, в глубине могилы, на своем разноцветном поясе повисла Антигона. Красные, синие, зеленые нитки, словно детское ожерелье у нее на шее. Акимон стоит на коленях, обнимает ее и рыдает, уткнувшись в складки ее одежды. Наконец камни сдвинуты, и Крион может спуститься в могилу. Во мраке, в глубине могилы видны его седые волосы. Он пытается поднять Кимона, умоляет его, но Кимон не слышит. Как вдруг вскакивает черноглазый, удивительно похожий на мальчуган, каким он был когда-то. Целую минуту молча смотрит на отца. Затем плюет ему в лицо и выхватывает свой меч. Крион отшатнулся от сына. Тогда детский взгляд Кимона становится тяжелым от презрения, и Крион не может уклониться от него, как от клинка. Кимон смотрит на этого дрожащего старика в конце пещеры. Потом молча вонзает меч себе в грудь и падает на Антигону. Они оба лежат в огромной луже крови, и он обнимает их. Я велел плавить их рядом. Тела их обмыли, теперь они лежат, словно отдыхают. Чуть бледные, но лица их спокойны. Как новобрачные на утро после первой ночи. Для них все кончено. Но не для тебя, Крион. Эвердика, царица, твоя супруга, узнав о смерти сына, сначала довязала ряд. Затем, как она делает все и даже более спокойнее обычного, отложила спиц. После прошла в свою комнату поглухающей лавандой, чтобы перерезать тебе горло, Крион. Сейчас она лежит на одном из ваших старомодных диванов. На том самом месте, где ты видел ее еще совсем молоденькой девушкой. И с той же улыбкой, может быть, чуть-чуть более грустной. Если бы небольшое кровавое пятно на подушке, можно было бы подумать, что она спит. И она тоже. Они все спят. Тяжелый выдался день. Как хорошо должно быть. Уснуть. Пойди сюда, малыш. Они этого не понимают. Когда перед тобой работы, нельзя сидеть сложа руки. Они называют это грязной работой. Но если мы ее не сделаем, кто же ее сделает? Я не знаю, господин. Конечно, не знаешь. Тебе повезло никогда ничего не знать. Тебе, наверное, не терпится стать взрослым? Да, господин. Маленький безумец! Лучше бы никогда не становиться взрослым.